Рядом работает техника на 30 лет моложе. Машинист Александр Кокошин учится управлять новейшим оборудованием предприятия – буровым станком корейского производства. Страна Юго-Восточной Азии в противовес недавним японским санкциям решила поддержать российскую промышленность. Быстро заключили контракт и привезли машину в карьер. Мы недавно его приняли, приезжал представитель Южной Кореи, завода-изготовителя. Он готовил его, отлаживал, и потом я его принял и в данный момент работаю. Это очень-очень, конечно, увеличило производительность труда. Комфортность, конечно, кондиционер, все управление облегчено. Обновление и реконструкция предприятия начались в 2017-м, когда рудокопы